часто мы строим модели реальности своей семьи, своей работы, проекта, друзей, родителей, которые искаженные, они некорректные. Китайская медицина, при всем уважении, это модель по реальности. Там черт ногу сломит, столько всего, но я не рекомендую лечиться. Я ходил туда, был в Китае, всякие там супер-мега китайские эти. Слушайте, они не могли мои заболевания обнаружить. Несли такую пургу, и какие-то прописывали вот это все гадость. Возможность задать правильный вопрос позволяет разбить вот это искаженное, но принимаемое нами за правду в обыденной жизни представление о каком-то аспекте реальности. Это супер-мега важная штука, и с него начинается критическое мышление. Часто говорят, что критическое мышление – это, ну, как бы, давайте там факты. Слушайте, проблема состоит в том, что в современном мире как бы, ну, нету железобетонных фактов. Вот, к сожалению. И даже в науке их нет. Одни подтверждают, другие тут же опровергают. И у тех аргументов, и у этих аргументов. Где, вы скажете, правда находится? Ну, поэтому критическое мышление – это не просто давайте факты, давайте логику. Это озадаченность, которую мы должны на себе, как бы сказать, натренировать для того, чтобы научиться задавать вопросы, которые не комплементарны существующим моделям реальности, а как бьют по ним, как разбиваются, как стекло, битый, бах.